Я во многих странах был, да, но в одну страну я очень хочу поехать. Не то, что поехать, а полететь. Какую? Это Япония. О, Япония, В да. Японию я хочу полететь. Работал с туристами из Японии. Замечательные люди. Чтят свою культуру, традиции и не боятся также будущего, инноваций. То есть они взяли и вот именно историю и будущее Да. соединили вместе. Очень доброжелательные люди, образованные. То есть для меня это вот именно как раз с них и нужно брать пример. Да. Я согласен с тобой. Да. Япония впереди всех, как бы, Да, ну. да. Потому я хочу в Японию полететь и я хочу на поезде прокатиться. 500 километров, 600 километров, который идет в час. А, да, тоже, да, очень интересно, да. Мне тоже как будет появиться возможность, если, например, познакомлюсь с какой-то девочкой, японочкой, почему бы нет, можно будет про это проведать ее родные края и также много мест интересных посмотреть в Японии. Но не так просто познакомиться с японкой. Там, да, не так просто. То да, я знаю, но тем не менее, если как бы, ну, жизнь такая штука, что всякое может случиться. Ну да. Так что там везде нужны денежки, как Это да. обычно. Ты сам знаешь. Конечно, да. Отменно, да. А вот Везде нужны. наряду с японцами мне также очень понравились финны. Тоже доводилось с ними работать вместе. Все было идеально, изумительно. Как с ними вот именно было, ну, легко найти диалог, общаться. Тоже мне они очень понравились, как народ. Финны? Да, финны. Ну, с финнами у меня дела не было еще пока так. Ну, Не знаю, также как это. планирую вот в ближайшем будущем посетить все-таки все страны Балтии. Литву, Латвию, Эстонию. Нужно как раз тоже проведать и твои родные края. Латвия первое место занимает по вирусу, что самое лучшее, что сохранило свое государство. Я понял. Ну, как бы. Американцы даже удивились, Да, это да. что бедная страна и как они могли так-то организовать все это. Ну. Эстония, считай, Эстония очень маленькая страна. И в 3 раза больше заболевших было, чем в Латвии. Да, только рад, И вот. что как можно меньше вот именно появилось заболевших в Латвии. Ну, я вот именно пообщался с людьми в чат-рулетке как раз-таки из стран Балтии. И да, очень рад, что, ну, как бы все эти страны сейчас находятся в Евросоюзе, что сейчас как раз и также и для жителей Балтии это не так уж и сложно взять и переехать в другую страну. Латвии был. Пока что нет, но вот именно планирую. Если я запланирую тур, то это будет вот именно этот тур займет все три республики. И вот именно мне нужно будет около месяца более-менее, может быть, чуть-чуть больше. Как только вот именно у меня появится свободное время, вот, то нужно будет его как раз посвятить этим странам. Да. Но у меня план Япония просто. Все. 12 часов надо лететь. Туда. Друг нашей семьи, вот у него девушка была из Японии, и они часто туда летали, очень часто туда летали. И вот именно, да, говорил, что самолет должен вот именно лететь через Северный полюс,
чтобы сэкономить топливо. То есть он не летит вот именно как можно ближе к экватору, а вот именно он над всей северной частью России летит. Северный полюс — это получается, что меньше сопротивления.